Приветствую на канале Лига Мьюзик Варс. С вами ведущая новостей. Впервые за 7 лет подарков не была раскуплена вся партия подарков 3 в 1. Эта новость стала большим ударом для администрации. И тут же что-то пошло не так с рождественским носком. Где подарки? В полночь стало известно, что топая. Группа «Ломай носки» начала свою деятельность после новогодней акции. Многие стали жаловаться, почему нет подарков в носке. Почему не видно? Ничего. Группа «Сломай носки» наконец-то сломала рождественские носки у всех. Если вас не устраивает такой расклад событий, пишите лидеру группы. Администрация Music Wars сложила с себя полномочия и свою причастность отрицает. При этом лидер группы «Сломай носки» не выходит на связь и не дает комментариев по этому случаю. Игроки могут повлиять на это. Причины такого поступка не уточняются. Думаю, это протест из-за плохого дропа рождественского носка. Мы будем вас держать, С. В курсе событий. Напишите лидеру группы «Сломай носки», пусть все вернет, как было. Мы хотим подарки.